В этом году итоговое спортивное мероприятие прошло в новом формате. Главные герои – профессионалы и любители спорта, друзья и родственники спортсменов. Организовали мастер-классы по различным видам спорта и выставку достижений тувинских спортсменов, где красовались медали и кубки от республиканских до международных уровней. Впервые на одной площадке состоялись показательные выступления 12 спортивных федераций. Поздравить участников церемонии прибыл глава Тувы Владислав Хавалы. Спортивные достижения, массовые занятия населения физкультурой и спортом, строительство и ремонт спортивных сооружений и объектов стали возможными, в том числе благодаря реализации национальных и партийных проектов, системной и всесторонней поддержки со стороны федерального правительства и лично президента Владимира Владимировича Путина, который сам является сторонником здорового образа жизни, активным участником спортивных мероприятий и состязаний. По традиции в торжественной обстановке чествовали лучших спортсменов и тренеров, спортивные организации и федерации, которые показали лучшие результаты в этом году. Вручили награды Федерального министерства спорта. Один из награжденных – тренер-преподаватель по спортивной борьбе спортивной школы Кызылского района Аврга. Наша школа славится с результатами не только спортивной борьбы, но и бокса, сумо и по различным видам спорта. В том числе там есть победители первенства России по сумо, по спортивной борьбе и победители всероссийских соревнований по шахматам, по теннису. Самые большие достижения – это бронзовый призер первенства России по женской борьбе есть. Серебряный призер международных турниров «Дети Азии». Лучшим из лучших глава республики вручил денежные призы. Сертификата на 3 миллиона рублей на приобретение и строительство жилья удостоен Чан Мегатуы Сайнбелек Тюлюш. Сертификат на 1 миллион рублей получил чемпион мира по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет Начин Мангуш. Денежного приза на 70 тысяч рублей удостоен победитель первенства Европы по вольной борьбе среди юношей до 16 лет Чингис Сарыглар. Сертификатом на 50 тысяч рублей награжден бронзовый призер первенства мира по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет. Айдана Сенденма, Владимир Сюртук, Дор Жусат, телеканал Тува-24.